когда человек заходит в помещение, то что он хочет? Он нужно ему дать эмоцию или нужно дать ему такую систему влияния, при которой ему будет хотеться, его будет вдохновлять и, самое важное, ему будет нравиться. Поэтому мы ментально на мысли-образе с открытыми глазами, потому что мы же днем собираемся это делать, обводим помещение, как я обучаю в школе, создаем из него что-либо из этого помещения, чтобы нас вдохновляло. Как сами себя представляем маленьким ребенком, играемся, подбрасываем, гладим, прижимаем, целуем, нам это нравится, ставим на красивую полочку, гладим. Делаем так 2-3 раза на квартиру, это проявляется в виде посылания элемента любви, куда течет любовь, там и будет происходить чудеса. То есть люди будут приходить, и что они будут? Им будет хотеться поиграться, потрогать, подумать, увидеть что-то особенное, а не грязь только там и плохое место размещения и так далее.